12:02. Good day. My name is Nadia McConnell, and I'm president of the U.S.-Ukraine Foundation. I first want, on behalf of all of us here at the foundation, I want to wish everybody safety and health as we go through our own crisis with this worldwide pandemic. I also want to thank everybody for joining us as we mark the 34th anniversary of the Chernobyl catastrophe. It's important that we continue to recall it because the people of Ukraine are still living with the consequences of Chernobyl to this day. This film, The Russian Woodpecker, it is not a documentary about Chernobyl. It is a documentary about Fedor, a Russian-speaking Ukrainian artist who was 4 years old at the time of the explosion. He was separated from his family and sent to an orphanage. And this documentary is really about how that episode in his life molded him and the impact it's had on him and also several generations of his family, who in turn went through their own various crises throughout their life. The second point I would like to really stress is, for those of you who don't understand Russian or Ukrainian, that this dialogue, in fact, I think all of the dialogue is by Russian speakers. But these are Russian speakers who clearly are Ukrainian patriots. So I just also want to note that you, the audience, will be able to submit questions while you're viewing the film using the Q&A icon, but they will be answered only during the discussion period, which will take place after the viewing of the film. Again, welcome, and I trust that you will find this film as interesting and compelling as I did. Thank you. And now to the film. Говорить, по крайней мере, солдат, не использовать насилие. Стоят, будет вас бить. Этого государства завтра не будет. Не может быть государство вопреки людям. Ходите, щиты и лезьте к нам. Советский Союз обязательно реванша и толкает мир к Третьей мировой войне. Если не остановить ее здесь, если не остановить ее сейчас, будет поздно. Thank you.
Украина переполнена призраками прошлого. Призраками прошлого, пытающимися вернуться в жизнь. И есть призраки в Чернобыле, чей крик услышан во всем мире. Я хочу выследить их и заставить их замолчать навсегда, потому что они хотят вернуться к жизни или перетащить нас в свой мир. Мир мертвых. А камни типа скомканные и многофактурные, то еще добавить в них какой-то ритм. Ну, знаешь, как у этих древних камни желтые, охрой, испачканные. А вот этой рукой я не понял. То есть мы же хотели ее красить под Украину. Да, под Украину красить. И мы ее подвешиваем. Подвешиваем. Но она же типа к ним тоже тянется, а она вверх. Она типа руки друг к другу, понимаешь? Все, давай мы тогда. Пусть глубже поставить, да, она вылезет наверх. Вот туда, где вы стоите. На пол. Потому что там дальше. И я потом читаю Тима Бартона мемуары, и там написано, ну вот для этого фильма «Большая рыба» самая главная проблема была в том, что актер должен был играть голый. Потому что его могли покусать комары. А комаров не будет. Уже хорошо. Ну, знаете, а чернобыльские комары? Увидев Федора, я понял, что это человек из другого мира, что он не вписывается в контингент сегодняшних людей. Мои друзья, они говорили очень противоречивые вещи про Федора. Вот. Некоторые говорили, да он же сумасшедший, он идиот. Вот. Он постоянно ходит с грязными ногтями, не чистит зубы. Вот. А другие люди, вот, я думаю, немножко поумнее, говорили, что Федор гений. Что бы он ни брался, это всегда театр. Он и думает иначе. Вот такой немножко сумасшедший, странный, но очень честный. Во время Чернобыльской аварии все отдавали детей куда-то, чтобы они не пропали, ну, не было заражения радиацией в Киеве. Я помню вокруг, что были люди потрясены, испуганы и в панике. И меня отдали тогда в детдом, потому что родители не могли быть со мной. И мне там было 4 года. И я помню, я пришел туда, говорю, ну, у меня родители на время, на месяц, а потом я домой, а мне говорят другие дети, да-да-да, конечно, это они врут, тебя навсегда отдали. Я поверил, то есть я поверил, что я там навсегда. И это на самом деле очень сильная травма для ребенка, и я с того времени стал себя воспринимать совершенно отдельно иначе. Мне кажется, Федя такой трагичный. Он же с детства был таким очень тонким, впечатлительным и отдаённым мальчиком. И Федя разговаривал как взрослый человек. У него речь была такой богатой, взрослой. И еще он был пацифистом. Он надел фрак, ему было 6 лет, котелок. И пошел во двор к детям, такой написал письмо, чтобы дети не играли в войну. И пошел собирать подписи. Во дворе его побили. Больше он не ходил собирать подписи. И мы проверили у него анализы, оказалось, что у него в костях стронций. И нам стали говорить, нужно лечить его гормонами. Мы очень многое пережили.
Именно из-за здоровья, из-за Чернобыля. Федору очень хотелось снять фильм об аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Потому что прошло уже больше 27 лет, а до сих пор причины взрыва неизвестны. И в связи с этим я вспомнил историю своего отца, который в советское время был военным летчиком. И как раз в первые дни после взрыва реактора пролетал по маршруту, который был прямо над Припятью. И мой отец рассказывает, что он видел какую-то большую светящуюся пирамиду, как он говорит, и которая блестела в лучах заходящего солнца. Когда эту историю услышал Федя, он очень загорелся этим и даже хотел поехать и попасть в это место. После этого он нашел старую советскую карту. В том месте, где отец видел странный светящийся объект, было написано «Пионерский лагерь». Его многие отговаривали, потому что это была радиоактивная зона. Но Федя проигнорировал это, потому что почувствовал, что в этом есть какая-то тайна, и что это может пролить свет на причины Чернобыльского атомного взрыва. А ниже? Мы увидим страшную катастрофу, которая произошла, когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас. Это случилось? Никто не знает, почему. Мы стараемся выяснить, почему это произошло и кто в этом виноват. Это ночью проводили эксперимент. И эксперимент был неправильный, запрещенный. Ну, разве так можно делать? Вот нельзя так делать, да. Это не яд. Яд выходит, видишь, яд. И вот когда взрыв был, ну, никто ничего не думал. Может, некоторые родители, которые, наверное, знали, что понятно. Одевали маски, мы только удивлялись. Даже смешно было почему-то. Такую хорошую погоду в маске. Жизнь шла своим чередом. Многие пошли на речку загорать. В машине мыли улицы с порошком. Но мы думали, это к празднику готовится. Дети наши бегали по этой водичке. Клопок был такой парк. Такой красивый, насыщенный малиновый цвет. Чтобы его было лучше видно, приезжаешь в мост посмотреть на этот парный, этот светящийся столб. А там было в то время наибольше радиации. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи, в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти партийными принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей, возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Было сделано все на уровне союзного правительства для того, чтобы максимально скрыть масштабы этой аварии. Я могу с уверенностью сказать, что почти не думали о людях.
Спрашивается, если произошла беда, ну так хоть надо извлечь все уроки из этого для того, чтобы такого больше не повторилось. Даже от специалистов закрыты материалы, по которым бы они могли исследовать все это. И поэтому, когда Украина стала независимой, у историков-профессионалов возникла возможность и потребность исследовать эту проблему и попытаться найти правду. Ну вот и я пошла в архив, а уже ничего нет. Это все расформировали, куда-то разбросали и, скорее всего, просто действительно уничтожили. The red flag came down over the Kremlin tonight as President Gorbachev resigned and brought to an end seven decades of communist rule in the Soviet Union. Right to the left. This world has a new country tonight. Ukraine. The White House says it is moving toward full diplomatic recognition of the former Soviet Republic. Ukraine is roughly the size and population of France. It is rich in agriculture and mineral resources. Hundreds of thousands of pro-democracy Ukrainians in the streets today protested against the results of the presidential election. They claim Yanukovych's victory was rigged with reports of ballot stuffing and voter intimidation. The loser in the uprising against rigged elections, Viktor Yanukovych, is now president. He has often been described as a pro-Moscow politician for his views on closer social and economic relations with Russia. The Ukrainian president implemented new presidential powers since he took office a year ago, but rights groups have downgraded Ukraine's ranking among free nations. Ми на краю Києва, за Київським морем, Чорнобильська станція. Це море радіоактивне. Можна сказати, що ці води – це води забвіння, це води лети. Тому що ця проблема вже забита. Пройшло не так багато часу, але люди вже майже не пам'ятають про цю трагедію. А я пам'ятаю в дитинстві, коли вивезли з міста всіх дітей, вважалося, що красне вино помогає від радіації. Але ми зробимо возлияние богам підземного міра кров'ю цього вина, щоб узнати правду. Я спросил, это преступление? Я вам ответил, что был суд, который... Значит, было преступление, правильно? Мы говорим, наверное, на разных языках. Не-не, то есть мы сошлись с вами на том, что было преступление. Один вопрос. Да. Вы атомщик? Я художник. Я просто гражданин этой страны и художник. Я по одной специальности юрист, по другой военный политработник. Да. Поэтому я считаю, что... обсуждать должны специалисты и высказывать свое мнение. Нет, почему? Ну, почему? Аргументируйте. Почему это должны обсуждать специалисты? Мне интересно узнать. Я спрашиваю разных специалистов их мнение. Но если поломается машина, вы отремонтируете, сможете? Да. Я ремонтировал свою машину, собирал. Я, ну, специально разобрался, мне было интересно. Интересно. А в атомной энергетике вы тоже разобрались? Нет, но я надеюсь, что те, кто нас смотрят, могут разобраться, потому что мы берем разные мнения. Люди должны знать и слышать разные мнения. Если я что-то пытаюсь понять, и мне говорят, что это тайна, покров Изиды, непонятно что, я хочу узнать, если это было преступление, людей осудили, но до сих пор не стихают споры о том, кто виноват, может быть, виновных до сих пор не нашли. Город у нас был прекраснейший, во-первых, чистый, зеленый. У нас роз было невидимое количество. Ну, детей было очень много.
и очень весело. Снабжение было шикарнейшее. У нас кетчуп тогда был дивовижка, кури. Это не город, это сказка. Мы сейчас недалеко от Чернобыльской станции, на разрушенной детской площадке в мертвом городе, городе-призраке, где все проникнуто радиацией и все смертельно опасно. Ящики с противогазами в школах и детских садиках, хотя они никак не защищают от радиации. И вот это то, что осталось от этой школы. В 1976 году радиосигнал терроризировал западный мир. Радиосигнал, исходящий из маленького городка в Советском Союзе, недалеко от Чернобыля, где стояла одна из самых крупных в Европе атомных станций. Рядом с ней, в ее тени, стояла стальной монстр выше, чем пирамиды в Гизе. Как ехать в Припять, сейчас скажу, с левой стороны. Вышки было видно, но это военный закрытый городок. Что там и для чего ты антенну? Ну, кто говорил радиоантенны, кто говорил там перехватчики какие-то. Ну, мысли играли всякие. Ну, что именно было, никто не знал. В принципе, если сказали нельзя, значит нельзя. И нельзя было даже спрашивать. У кого спросить? Спросить так, чтобы тебя еще и наказали. I find it's hard to believe. It is crazy. And none of us here knows what to make of it. The Russian government is known to be trying to change human behavior by external electronic influences. We do know that much. And we know that some kind of Russian transmitter is bombarding this country with extreme low-frequency radio waves. For what purpose, we don't know. Are they trying to reduce us to zombies stumbling and groping around and waiting to be told what to do? This sound, which is received by shortwave radios in the United States, is generated by another Soviet radio frequency device. It is known as the Woodpecker because of its tapping noise. It is broadcast by a number of high-powered radio transmitters operating deep in the Soviet Union since July 4, 1976. Мы географически сейчас находимся ближе всего к эпицентру Чернобыльской трагедии. Но одна из загадок – это то, что же это за звук и почему дуга построена здесь, а не где-либо в другом месте. Потому что объективных причин, связанных с энергией Чернобыльской станции, нет. The noise is called the woodpecker because it makes a pecking noise 10 times per second. It's been going on since 1976. So what are the Russians up to? Andrew Mikrovsky is an official working for the Canadian government in Ottawa. Now, the signals, especially the one that you see on the oscilloscope, that happens to be something that can work on my brain and anybody on this planet at this time.
That is the terrible thing about the Soviet signal, the capacity to impose on the way people think. Во всем мире этот звук знают как звук русского дятла. И большинство людей ее связывают именно с загоризонтным радаром. Именно с загоризонтным радаром, находящимся в Чернобыле. Так ли это? Это не так. По некоторым, нескольким соображениям. Дело в том, что чернобыльский локатор, он еще не работал. Поэтому излучать он ничего не мог. Во-вторых, загоризонтный локатор – это устройство, которое просматривает узкий сектор на юг ни Америки, ни Европы. Могла ли быть связь между загоризонтным локатором и аварией на Чернобыле такая? Вы знаете, это отдельный вопрос. Да. Я немножко вам и о Сталине расскажу. Во-первых, то, что ему приписывают всякие жестокости, это по определению быть не может. Потому что он закончил духовную семинарию. И должен был получить духовный сан. Духовный сан. Он как человек незаурядный, он видел несправедливости того мира и стал революционером. У многих людей, да, еще остался тот советский менталитет. Потому что вот он дал присягу, да, он дал подписку. Ага, приехал иностранный журналист, начинает это самое, и вот вдруг его начинает клинить по тем инструкциям. Что еще можно об антенне рассказать? Железная, высокая. Когда ветер гудит. Вот они считали, что тогда мы были под крышей ТГБ, за нами велось тотальное наблюдение. Не дай бог, я сотворю что-то такое. How many people work there? Военная тайна. Здравствуйте, Леонид Георгиевич. Ну ладно. Ну, давайте. Будь мол. Пускай она хорошо выходит. Вам спасибо большое. Да, вы дали очень ценную информацию. Да. Вот. Я старался не давать никакой ценной информации. Вы меня смущаете. Ну, понимаете, все-таки я человек военный. Это объект был тоже военный. И очень даже секретный. Помните, вы показывали список, там, где вот телефоны всех людей, которые служили на этом, на дуге? Ну и что? Вот. А потом вы не захотели давать, как увидели, что у нас американец есть. Согласен, не дам. Не дай, не дадите? Не дам. Понимаете, есть вещи, которые... Вот, вы гражданин Украины? Я гражданин Украины. Ну так вот, если вы гражданин Украины, а я тоже был гражданином Украины, и остаюсь. Вот. Есть вещи, о которых болтать не стоит. То есть вы думаете, что если это американец, то это нельзя иметь с ним дело? В этом деле, да. Сейчас можно мне в туалет сходить? Пожалуйста, сказать? Пожалуйста. Наш объект от системы предупреждения ракетных нападений. В течение 10 лет мы видели за это время все шкатули, которые взлетали. Все. И как раз в это время все страны мира, вот этот дятел, услышали.
та-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 та
похоже на стук. Сигнал сам прямоугольной формы и похоже на стук дятла по гребешку. На самом деле она похожа, так раз мне так кажется. То есть это сигнал дуги? Ну да. Как вы думаете просто? Как? Ну, я буду отвечать как радист, так? И, собственно говоря, имею такую кличку антенна-мен. Поскольку Земля круглая, ты никогда не попадешь в другую, потому что ты попадаешь из зоны видимости. Вот туда ты можешь стрельнуть, туда ты можешь стрельнуть, а вот туда ты не можешь стрельнуть. Если, например, сейчас говорить конкретно про Чернобыльскую, да, это одна из трех супер мощные загоризонтные радиолокационные станции. Стоимость Чернобыля обошлась, Чернобыльская, Чернобыля-2, вот этого всего, примерно в два раза больше, чем атомная электростанция. То есть порядка 7 миллиардов, по оценкам, порядка 7 миллиардов российских рублей. И они работают за счет того, что есть ионосфера, и луч, отраженный от ионосферы, падает на Землю, берет оттуда информацию, и она приходит обратно, и таким образом. То есть это кривая пушка. Чернобыльский объект многим там в Европе, да и у нас в Союзе неприятностей выдавал наш сигнал. Вот сигналы СОС, которые передаются в спасение, они тоже в этом диапазоне. Поэтому приходилось генеральному конструктору перестраивать частоты, думать как, что и куда. А пересмотр рабочей частоты привел к тому практически, что на той частоте станция не смогла преодолеть шапку северного полярного трудно говорить, потому что то, что я вижу, это не человеческое творение, это творение империи. И эта груда железа была грудой железа бесполезной уже тогда, когда строилась. Не тогда, когда была построена, а в процессе строительства не существовало теоретической базы для ее работы, и она уже работать не могла. Отсюда доносился стук русского дятла из этого железного занавеса. Этот железный занавес – это глаз Москвы, так его называют. Глаз Москвы, который находится рядом с атомным сердцем, с Чернобыльской станцией, с сердцем Советского Союза. Глаз Москвы, который был слепым, эта конструкция не работала. Есть ли связь между слепотой этого глаза и разрывом атомного сердца?
Как-то оно все совпадает, но загадочно. Потому что для меня это огромная трагедия. И у каждой трагедии должны быть свои причины. И случайностей не бывает. И об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Russian president says the EU is using threats and pressure to shift Ukraine out of Russia's orbit. EU leaders have failed in their fight to move Ukraine closer to Europe. President Viktor Yanukovych refused an association deal during an Eastern Bloc summit in Vilnius. Protests began in the Ukrainian capital soon after the deal was abandoned and continued through the night. Thousands of anti-government protesters at Kiev's Independence Square remain hopeful that their embattled president will resist Russian pressure. Мы можем знать, что советская система зла. Она начиналась как зло и закончилась величайшим злом Чернобыльской катастрофы. И опять есть жертвы, и будут жертвы. И опять будет война. Когда Федя стал рассказывать о своем расследовании Дуги, и очень меня напугал. Я испугалась за Федора, что он влез в такую тему, которую никто не поднимал. Потому что мы живем в криминальной стране. У нас далеко не демократическое государство, где можно прессе свободно делать, вести там расследование. Конечно, где-то в подкорке я за своего единственного сына боюсь. А что такое Сталин? Это просто физическое уничтожение. То есть наш род физически уничтожали. Моих бабушек сажали в лагеря. И я понимаю, что вот эти осколки Советского Союза и вот этих сталинистов, они есть, и они среди нас. Это старший брат был, Петров. Зашел на занятия прямо. Советский партизан. Пулю дал, да и все. Ой, не могу. Мне трудно об этом рассказывать. Маленькая была, я его любила больше всех на свете. И поэтому, конечно, хуже всего пришлось моему отцу. Пришел из НКВД тогда, сказал, вы должны написать отречение от своих родителей, потому что они враги народа. Вот. Но папа так посидел, наверное, минуту, говорит, минуту я думал, потом взял чернильницу и бросил в него. Ну, говорит, верткий такой, он успел под стол спрятаться, чернильница разлетелась об стену. Но это понятно, что ему тоже идти в лагерь там. Это кто это был? Это мой отец. Отец. Ну, вот такое поведение примерно как Федя. Конструктор был. Не, ну записывать я. А можете показать макет и ответить на пару вопросов? Сейчас, какие вопросы? Чего вы вдруг заинтересовались? Да, это она. Ну вот. Это она. Боже мой, какая красота. Американцы нас всегда ставят очень интересные условия.
они приближают свои средства к нашим границам и облегчают задачу, так сказать, контроля, что делается над нашей территорией. И вот для того, чтобы устранить этот недостаток информационный, и была вот придумана вот эта вот самая система, которая называется «Дуга». Она противостояла. Нам навязывали, а мы противостояли. Мы вынуждены были. Именно поэтому, что были созданы подобные средства, не было войны. Мне непонятно, почему вот эти все документы, материалы, архивы были уничтожены. Ну, во-первых, вы задаете вопрос не совсем опять, деликатно. Чего я даже не понимаю, не хочу понимать и не хочу на эту тему рассуждать. Почему американцы боялись Чернобыльской станции? Потому что мы практически своим сигналом накрыли все 9 баз ракет. А это сдерживающий фактор. А эта станция нашему руководству давала время порядка 25 минут на принятие решения. За 10 минут мы что могли сделать? Разве, говорит, кто-то нырнуть под это, под стол спрятаться? А за 25 минут мы даем команду на старт наших МБР. Most thinking Americans now recognize the fact that our country is at war. The communists realized that they could not survive the destructive force of an all-out conflict. Nevertheless, their objective remains the total conquest of all the earth. What was once the impassable Arctic now provides the quickest routes for attack. Beset by the nightmare of this threat, the American government acted. The nation's leaders decided on a tremendous undertaking. This was to build a radar early warning line north of the Arctic Circle. Distant Early Warning Line, they named it. Dew Line, it became. А она, получается, была на боевом дежурстве. Наша станция на боевом дежурстве не стояла. День год аварии 6-го года мы как раз были на последних доработках, после которых мы должны были встать на боевое дежурство в сентябре 6-го года. Но был акт на закрытие и ликвидацию. Не дожили мы каких-то там 4 месяца или 3 до сентября. Это время. Вы про Дугу-2 и приемную эту антенну знаете, что она работала плохо? Конечно. То есть 1 сентября 1986 года должна была работать эта комиссия. Мы знаем, что тому направлению, которое создавало дугу, тем людям, которые стояли за созданием дуги, в общем-то, Чернобыльская катастрофа была очень выгодна. Можно так сказать? Конечно, конечно. Без сомнения. Это вполне могло быть мотивацией, как минимум мотивацией, для тех людей, которые были бы заинтересованы в том, чтобы уйти от ответственности за создание очень дорогостоящих объектов, и потом, которые потом не работали. А он тоже не работал, потому что кому-то было выгодно закрыть его. В общем, там столько всяких странностей в этой, на самом деле, когда начинаешь внимать. Когда вот начинаешь вот эти версии официальные, вроде там быстренько читать, вроде там все нормально, туда-сюда, логично, это одно за другим. А когда начинаешь уже глубже оставить, а почему так, возникают всякие вопросы, смотришь, ответов на этих вопросов нет. И если там что-то очень крупное не работало, лучшего способа замести следы и как-то сказать, что мы не можем здесь работать, потому что тут произошла авария. Мы ищем, кому это было выгодно, то получается, что создателю Дуги-2 мог быть выгоден этот взрыв. Вот скажу, я так. Они толкнули персонал на большой вот этот риск. В конце концов, они загнали реактор в неуправляемое состояние. В нем началась вот эта неуправляемая цепная реакция.
А вы знаете, какое наказание было в советское время за расхищение государственной собственности? Это смертная казнь. Тот человек, который потратил 7 миллиардов, попадает под эту статью. Чтобы спастись от смерти, он вполне мог сделать аварию на Чернобыльской станции. Я рассуждаю как человек, который, во-первых, уже 26,5 mm-hmm. лет на этой станции работает. Mm-hmm. Вот. То есть я своими руками управлял реактором, поэтому я знаю, о чем я говорю. Mm-hmm. Для меня эта версия звучит очень фантастично, конечно. Очень. Понятно, что она фантастична. Я думаю, что нет. То есть нет, потому что... Нет, потому что я такого допустить не могу, то есть, допустим, на своем уровне. То есть можем сказать так, что Артем работает все или нет? Да, все работает. То есть чтобы это не было, что я подмонтировал что-то, да, надо сказать тогда полностью, что теория, что взорвана была станция специально, чтобы скрыть недоработки в дуге. Дурь! Сколько было, версий и предположений, и небылиц. Во-первых, зомби сожрали эту станцию. Глупость. Вот версия. Это версия. Я не прокурор, не журналист. Я просто человек. Этим стоял какой-то человек. И все нити, как ты заметил, ведут в Москву. Потому что дуга имела прямое московское подчинение. И прямое московское подчинение имела атомная станция. Так что действительно дятел был русским. Потому что хотя он и находился в Украине. А если получится связать этого человека и с русским дятлом, мы все поймем. Сидел и читал. Я за ним наблюдал. Как будто его что-то ущипнуло или ужалило. А-а-а! Я нашел! Кто это сделал? Посмотри, посмотри, Артем, кто это сделал? И начинает мне показывать. Я эту теорию услышал первый раз, и она мне показалась такой, убедительной. Федор изучил всех создателей дуги и нашел человека, у которого мог бы быть мотив и возможность спланировать Чернобыльскую катастрофу. В области конспирологических версий, я понимаю, так, да? Такой человек есть. Я вам скажу, кто это. Это такой Самшин. Он, попрошу это не быть в эфире, именно фамилия. А он еще жив? Нет, он умер в 2009 году. И он начинал с этой загрязнительной локации еще в 1948 году. И он отвечал за строительство Дуги-2. Этот человек, когда дуга была опущена в 1980 году, стал за пуск дуги министром связи СССР. Вице-президент Общества Советско-Кубинской Дружбы, министр СССР Шамшин, отметил, что героическая эпопея Манкады стала началом кубинской революции, которая дала мощный импульс национально-освободительному движению в Латинской Америке. Это показывает его значимость. То есть это мы показываем, что это министр,
и вице-президент общества советско-кубинской дружбы. Это на самом деле очень важно, потому что советско-кубинская дружба – это была фактически война против Штатов. Американцы тоже хотели это. Могли только два государства – Штаты и Советский Союз – протянуть такую мощную систему, как за горизонтная локация. А вот Шамшин как раз тогда настоял на том, чтобы строить. Но не он один был сторонник создания боевой системы. На самом верху он один. Потому что Габанов такую фразу сказал, что построить такую станцию невозможно. То есть получается, что если бы оказалось, что она не работает, то Шамшина были бы большие неприятности. Большие были бы, конечно. Возможно ли технически, если ты обладаешь полнотой власти, инспирировать такую грандиозную катастрофу? Взорвать реактор, персонал может там десятками разных методов. Это несложно. Это вот показания такие и есть. Причем довольно ответственного человека, Комарова, я посоветовал бы вам с ним встретиться и обсудить этот вопрос, пока еще жив. Я был привлечен в экспертную комиссию при Генпрокуратуре СССР в качестве представителя экспертной комиссии по расследованию аварии. Поэтому все, скажем, документы, которые были представлены в Генпрокуратуру, я имел к ним доступ, с ними знаком. После этого я оказался на Чернобыльской станции, в тот период, когда она еще строилась. Работал я замглавного инженера по науке и по безопасности. После пуска этой станции меня забрали в Москву в аппарат Центрального комитета Коммунистической партии. Копчинский, который курировал атомную энергетику, настоял, чтобы программу продолжили. Но четвертый блок, он уже в йодной яме, он уже сутки работал не на 100% мощности. И выходить в такой ситуации на мощность, это было самоубийство. Там был постоянный переговор с Копченского с Дятловым. Все равно я персонал для беседовал. И мне подтвердили, что вот именно весь этот разговор. И причина, это и есть причина аварии. Во-первых, я был дома, естественно. Естественно, был в собственной постели. Сын и дочь, свидетели, что я был дома. То есть то, что Копченский там говорит, что нет связи из квартиры с персоналом на этой станции, это чушь, потому что из любой квартиры можно посмотреть на атомную станцию. Господина Комарова надо было бы знать, сколько он сюда работник атомной энергетики, что никакие команды, никто, даже генеральный секретарь ЦК КПСС, не вправе давать оперативному персоналу. Не может ссориться зам главного инженера станции с начальником сектора ЦК. Но с какой стати будет зам главного инженера рисковать, когда ясно, что нельзя поднимать? С какой стати? Вот задам вопрос. У них что, у всех затмение нашло? Нельзя опускать блок. Нет запаса реактивности, это преступление. Они все же идут. Причем предыдущая смена отказалась пускать. Они все же пускают этот блок и взрываются. Причина какая может быть? Только одна. Кто-то на них надавил. Стенограмма переговоров международных опубликована, по крайней мере, в двух публичных изданиях. Мой голос появляется после этого. В принципе, конечно, он мог. Могли и уничтожить. Все же... Тогда и КГБ подчинялось партии. Поэтому вся эта выдумка насчет команды из Москвы, что это было запланировано, это выдумка для людей мерзких и грязных. Комаров именно такой человек. Если такой звонок был, он должен был зафиксирован быть и находиться в архиве. Телефонограмма, вот эта запись, и это время смещения, вот эта лента,
которую дали посмотреть, что она сфальсифицирована. И доказать что-то можно, только имея все документы на руках. А документы до сих пор закрыты. Ну а Копчинский, у него есть такое выражение, как это идиома, «рыльце в пушку». Он, у него шлейф плохих поступков значительный. Поэтому если он и врал, он может врать. Он может врать. Комаров говорит о звонке Копчинского. И он, и многие его коллеги слышали запись этого звонка. Там не только один звонок, там был постоянный переговор с Копчинского с Дятлом. Копчинский отрицает. Он говорит, что он был дома в это время и спал. Но мы знаем, что был человек, которому нужно было позвонить. Всемогущий человек. А знакомы ли вы с Шамшином Василием? Шамшином? Не было такого. Ему плохо стало. С этой аварией, я так не поняли, не помню, министр связи. В том дело, что он звонил по приказу Шамшина. То есть он не думает, что это когда-нибудь может вообще выплыть из, ну, в правду. Мы устраивали разные, как бы, пути, нити. И ни разу не было, чтобы нить была порвана или не работала. Каждый раз, когда мы высказывали предположение, что это может быть так, так и оказывалось. Ну, как бы, для меня это очевидно, но доказательств несомненных мы никогда не найдем. Вот тех доказательств, которые были на Нюрнбергском процессе. Почему? Потому что после Нюрнбергского процесса перестали умные политики делать такие доказательства. Это год, когда началась наша история. Это год, когда родилась дуга Шамшина. Человека, который поднимался на загоризонтной локации. Год, когда включили дугу 2, он становится министром связи СССР. 84-й год. Время новой волны репрессий. Что чувствовал в это время Шамшин? Понимая, что дуга не работает. У Шамшина возникает какой-то план. Это самый главный год для Шамшина. В марте Василий Шамшин становится членом ЦК, высшим руководством страны. И мы знаем, что в сентябре комиссия даст свой вердикт по поводу главного изобретения, главного детища всей жизни Шамшина – загоризонтного локатора. Мы знаем версии о звонке из ЦК КПСС в ночь трагедии, звонке, вызвавшем эту трагедию. Это был заключительные эксперименты, которые продолжались на протяжении всей весны до того дня 26 апреля. Того дня, который находится между мартом и сентябрем. День, который разрушил три страны и который спас Шамшина. Потому что после Чернобыльской катастрофы никакая комиссия не принимала Дугу-2. Трагедия, которая оставила после себя мертвые опустошенные земли. Трагедия, которая произошла благодаря звонку из Москвы ради сохранения карьеры московского чиновника. Уже кино рассказывает не о литературе, а кино рассказывает об эмоциях через образ. То есть у нас есть антигерой. Я герой, а Шамшин антигерой.
И у нас есть конфликт, но он умер. И сейчас я бью ему морду, как бы, ну вот. А потом я пойду на его могилу. Я должен на нее пописать или что-то еще сделать. Этого не надо делать. На могиле я, наоборот, должен сказать, что я единственный, может быть, человек, который хочет, чтобы Шамшин сейчас был жив. Потому что я хочу ему посмотреть в глаза. А если я пришел на могиле, это сказал, но его не разбил, получается, что я и на могиле прощаю человека, который совершил чернобыльскую катастрофу. А я его не прощаю. Russians are keeping a very close eye on neighboring Ukraine, where weeks of anti-government protests exploded again today with a violent crackdown by the government of that former Soviet republic. For the past 4 days, the bad situation in Kiev got much, much worse. Now, this morning, there's a tense standoff and the clock is ticking on a 24-hour deadline set yesterday by opposition leaders for the government to grant snap elections or face the wrath of the crowd. A well-known journalist and opposition activist in Ukraine has been beaten up by unknown attackers. Ukrainian officials have introduced laws that would outlaw much of the anti-government movement. The protest camp in downtown Kiev is now illegal. Ditto the stage they have set up. When Федя рассказал эту версию о дуге, у меня сразу сжалось все внутри, потому что я подумал, что это КГБ, это его будет вызывать, это будет его, значит, ну, сейчас уже не вызывают, как раньше, просто убивают и все. Я нервничаю по этому поводу. По поводу вашего фильма я нервничаю. Федя, услышь меня. Не дай себя спровоцировать. Все. Ну, а оператору, думаю, ехать в Москву более... Почему? Операторы отлично сидят там в СИЗО ФСБшные. Если затрагивать личности, которые имеют влияние в истеблишменте нынешнем, тогда да, опасно. Меньше 2 лет назад... Ну, эта книжка была напечатана в Москве, но она там распространялась. А потом, как раз в 2012 году, я поехал туда и дали мне несколько экземпляров. Через полтора или 2 месяца со мной случилось какое-то отравление. Я бы не рискнул, конечно. Я всегда не волнуюсь за Федора. И мне просто страшно за него. Потому что вот сейчас там сдерживают и художников, и режиссеров берут в заложники. Ира очень волнуется. Она тоже не хочет, чтобы он ехал. Я думаю, что лучше бы, чтобы он не ехал. Вообще это опасно. Но у него украинский паспорт. Это полукриминальная вообще ситуация. Неизвестно же, кто ему встретится по дороге. Папа, не надо ехать в Москву. Там война. Я переживаю. То есть я считаю, что это реальная опасность, вот именно эта ситуация. Человек приходит в милицию и говорит, вот в сумке героин. О! Видите, все понятые, вот героин. 14 лет это. И сажают куда-нибудь в Чечню, в лагерь смерти. Там начинают питать. Потом говорят, умер от сердечного приступа в тюремной камере. Это все, это не та Россия, в которой ты был. Это Советский Союз назад, он пришел. Сейчас Федор позвонил мне и сказал, чтобы я к нему приехал, чтобы попрощаться, и чтобы тот не хочет говорить по телефону никак и не хочет никого видеть, ни Чеда, ни других участников группы. Алло, Федор, я уже еду на такси. Я еду на такси, скоро буду. Я чашечку полковника СБУ заберу. Я сформулировал очень хороший титр, который надо обязательно в фильм ставить. Авторы фильма, излагая события, расследуя события,
никоим образом не имеют цели победить отношения Украины, России и Беларуси. А почему ты так говоришь? Потому что мне посоветовали. Кто говорит, Федь? Полковник говорит тебе, ГРУ. Говорит, такая проблема, видишь, большая у вас теперь. Какая проблема? Ну, такая проблема, что убить могут. Он сюда пришел, он знал, что я здесь. Говорит, не было этого всего. Чего? Чего не было? Звонка не было. Копчинского? Не было. А он сказал, чтобы мы сказали, что не было звонка? Да. Чего же ты боишься? Чего ты... Боюсь, что сына убьют. Я хочу какие-то наиболее острые моменты этого фильма смягчить. Что в те моменты, когда я кричу, что во всем виновата Москва, и Кремль, и Россия, чтобы этих моментов не было в фильме вообще. Мне кажется, ты продаешься. Я не продаюсь. Продаешься. Потому что ты очень жаловался на своего отца, что тот в свое время продался. Но главное, чтобы это была правда, а не какой-то опять госзаказ. Тебе надо это расследовать дальше? Я хочу сейчас закончить этот фильм. То есть, что, я понимаю, что ты тебя... хочешь. Тебе не получится его закончить. СБУ заведет дело. Надо доснять его. Ну и так доснимем. Ну ты что, понимаешь, тебе понимаешь, что ты сейчас рискуешь? Жизни моего сына рискуют. Вот. И никакого не было звонка. Ничего не было. Почему не было? Было. Да, было. Теперь можно сказать, Артем, с точностью, что да, мы правы. Потому что пришли и сказали, что этого не было. Понял? Мой папа мог потерять работу. И поэтому не выступал. Так ты едешь в Москву? Нет, ты не услышал меня. Я прекращаю всяческое расследование причин этого звонка. Все. Когда мы брались с Федором за этот фильм, и Федор первый, кто стоял и кричал против Советского Союза, и против этой системы, и против коррупционной власти, и этих взаимоотношений, которые строятся на чувстве вины, угроз, насилия и запугивания. И теперь я вижу, что он стал действовать по правилам Советского Союза. Потому что именно эта вера в то, что мы можем что-то найти, откопать, это Федор вселил ее в меня, в нас всех, потому что никто из нас не верил, что эта система Советского Союза будет реставрирована. Он это предсказал. И теперь мы видим, что он идет на попятную, и он делает какие-то уступки и услуги, и сам будет в этой системе первый предатель. Он находит в себе оправдание. Я считаю, что он трус. Но сейчас я не для камеры говорю. Я боюсь. Я не буду говорить. К сожалению, Советский Союз во многом еще жив. И это призрак, который не добит до конца. Yeah.
Не провокуйте зараз дії. Це розпланована акція для того, щоб вас залучити. Требует реванша и толкает мир к Третьей мировой войне. Коктейли Молотова в революции есть. Бросать коктейль Молотова хорошо я не умею. Я не умею. Я думаю, что все наши силы мы должны направить на фильм, который должен прославить Украину. Новую Украину. Was a peaceful protest. I pick up a camera front of my face and shoot the faces of riot police. The first shot hit the camera. The second shot hit my right hand. It was all very fast and I fell to the ground. I saw a lot of blood and suffering of the people in the street. This is a big tram.
for me and my country. I hope it's never happened again. Two people are reported to have died in clashes between protesters and police in Ukraine's capital, Kiev. Hundreds of people have been injured since the weekend in confrontations sparked by new laws banning anti-government demonstrations. Почему я буду сейчас говорить про нашу информацию? Потому что страх – это тоже вирус, и он также разрушает общество, как и ложь. Но если стоять в стороне от этой борьбы, если уйти, если молчать, это значит поддерживать ее. Это значит быть подлецом.
stopped? Well, you see it. There you are. There's something. What are you doing? John, you need to unmute. Ah, okay. Okay, you're unmuted now. Good. Chad, are you unmuted? Yeah, hello. Okay, Katerina Pavlova is on, and Chad? I'm here. Thank you so much. Well, great. Thank you. So we're actually just perfectly on time. Are we? Good. I think so. It's 1:30. So welcome to our esteemed panelists. How we're going to proceed is I'll introduce each panelist, and they'll give like a few remarks, and then we will have a series of questions that will also go to our various panelists. Perfect. Let me start with Chad. Chad is the president of Gracia Film Production Company and a filmmaker focused on telling powerful, poetic, character-driven stories about the Soviet world and worldview that illuminates our past, warns us about the future. His first film, The Russian Woodpecker, has received numerous awards, and I think Chad can tell us about a notification he just received yesterday about another award, which I think is very exciting. He's currently editing his next film, Sex in the Soviet Union. I'm sure that's gonna be very provocative. Chad has worked in the theater for nearly 20 years and has served on film juries globally and given talks on dramaturgy. I guess this is a new term I'm learning. He's got offices in Kyiv, New York, and Boston, but spends most of his time in Ukraine. He's also a registered representative of Rainmaker Securities. Chad has been helping US and international private equity, venture capital, and real estate fund managers to build strong limited partnerships in the Middle East. I think he's raised more than $1 billion for his clients. Hope you can do the same for Ukraine, Chad. So he's also, and you might also tell us about the project you have regarding promoting film in Ukraine. But my first question to you, Chad, will be, how did you come to make this movie? How did you find Fedor? Well, it was one of the luckiest meetings of my life. I was in Kyiv working on a theater production. That's my specialty. I had never made a movie of any sort before. And while we were working on this little theater project, and Fyodor was our director, he kept whispering in my ear and saying, I found the truth behind Chernobyl. I found this amazing secret antenna. For many weeks, I ignored him. I said, okay, let's focus on the play. Finally, just to sort of be able to move forward on the theater production, I said, all right, we'll spend a weekend, I'll borrow a camera, we'll go out to Chernobyl and you can tell the story. But I'm not really interested in your conspiracy theory. I'm interested in you and why you're so passionate about this and why you and your family and everyone that I've met has this kind of paranoia that the Soviet Union is coming back and it's somehow connected to Chernobyl. And so he agreed, we went for a weekend. I borrowed a camera and that's how the movie was born. For the next year and a half, I followed him on this quest. He had this idea to exorcise the demons of the Soviet Union through art. And those are the little moments you see where he's dressed as a liquidator from Chernobyl with his torch seeking truth. The original film was going to be entirely that, but at the end we left it just as a little hint into Fyodor's thought process. So that's how it came about. We finished filming before Maidan,
before the violence, and I had an edit and I was ready to send it. I was going to put it on YouTube or something. And then everything erupted and all of Fyodor's warnings seemed to be coming true. So we went back, we filmed for another few weeks, and then we were accepted to Sundance, where we won the grand jury prize for best documentary, World Documentary. As you mentioned, we were just chosen yesterday as one of the top documentaries of the 21st century by the Italian Film Commission. And there's another screening happening this weekend there surrounding that. But it's been a great journey. And every year the film has different resonances. When I made it, it was about Soviet Union and Ukraine specifically. But now I see it again, and there's so many nuances and reflections today. People with gas masks, an invisible enemy, viruses, and so the film continues to teach me things, and so does Fyodor. Very, very fortuitous. Next, I'm going to turn to Ambassador John Herbst, which I probably think most of our audience knows. However, to introduce him, he is currently the director of the Eurasia Center at the Atlantic Council. He served as ambassador to Ukraine from 2004 to 2006, or 2003 to 2006. He was there during the Orange Revolution, and he's also served as, in 2012, the director of the National Defense University Center. He also has been involved in leading development of the U.S. government civilian capacity to promote the stabilization and reconstruction of societies. So that is going to become adaptable or valuable to Ukraine. I'm also proud to say that he's chairman of the Friends of Ukraine Network National Security Task Force. So John, first your impressions about the film, but also the fact that there's so much focus on Putin and his designs on Ukraine. Well, first, the film is a good watch. I mean, it's very well put together. It's a lot of fun. And of course, a great strength of the film is how it weaves in a very informative way, an interesting way, Ukrainian history. So I recommend it to all to watch. As for Mr. Putin, it's actually pretty simple and sad. He's never really accepted Ukraine's independence. Now, he said multiple times to very high level colleagues, like former President Bush, well, you know, Ukraine's not really an independent country, not a real country, and Ukrainians and Russians and Belarusians are actually one people. And he's acted on this conception, as if he has the right to determine what the Ukrainian people can do, how Ukrainians should live. And when Ukraine went in a direction that he considered unacceptable, meaning when Ukraine decided to sign a free and what's called a deep and free comprehensive trade agreement with the European Union, he decided to seize Crimea, and he decided to begin the war in Donbas. And this is part of a broader interest in changing the rules that were established, not just at the end of the Cold War, but the end of World War II, and bring an end to the international liberal order and to thwart American interests. And this is what Mr. Putin is up to. And Ukraine is currently the main focus of his nasty foreign policy. So now turning last but not least to Katerina Pavlova, who was until recently acting head of managing the exclusion zone. But currently she is head of the international cooperation and public communications of the State Agency of Ukraine for the Management of Chernobyl Exclusion Zone. A mouthful. By way of background, Katerina is an energy engineer. She previously worked in green energy projects. She, in 2008, she went and studied in Denmark, and then she worked for a while in Denmark, but then in 2012, returned to Ukraine. So instead of being part of the brain drain, Katerina came back. So congratulations to that. Also, that she has been recognized, I think it was in 2018,
or 19, as one of the top 10 best professional women in Ukraine. And she speaks 6 languages. So before getting to the film, Katerina, since perhaps you could give us a brief update on the status of the fire that is currently going on in the exclusion zone. Yes, hello, dear colleagues and guests and participants. Thank you so much for this possibility to be together with you, even in Ukraine and day in your side. Unfortunately, this year we met very early. This fire attack, fire attack, I can say, because we never had before this kind of disaster with fire in an exclusion zone. Last war in 2015, when it's 15,000 hectares was burned, but this year I can say that it is very early when fires start. Normally it start very end of May or June, and this year it start actually in April. And we all understand that it's something with global warming, but it's also something regarding the things we didn't done before to meet this fire. Territory of exclusion zone is a very, very big amount of forest and bushes and fields with very soft grass. And before to we should recognize and expect before to give to make this to work and meet 2020, we didn't done enough anti-fire things, anti-fire program to ensure exclusion zone against these fires. 80% of fires it's came from neighborhood territories. So it is not inside of the exclusion zone something. It is coming from outside, from Zhytomyr region, Kyiv region. But problem is that inside an exclusion zone, we have special procedure to fight against fire. It is special equipment for fire workers. It is special measurements every minute, measurements of radiation in some part of exclusion zone. And we do not have the national plan how to react for such fires. We all remember what has happened in Australia, but Australia, we can say that they were they had special plan and equipment. And in exclusion zone, unfortunately, in some part of exclusion zone, we have no connection of mobile telephone, no roads to bring big high level of machinery to cut this tree and make some special things in the field. So it is big disaster this year, and in this last 2 weeks we got going by fire more than 20,000 hectares. But it is not just forest. I think it's something like 30% is forest. Rest it's old fields and bushes and lakes. So it is, but for April it is huge amount of territories it's going by fire. Do you want to say a few words about, I think you've watched the film for the first time. Yes, I especially keep it moment. I watched a short reclaimer movie, but I especially keep to watch together with all participants. And I really, it is very hard to watch this kind of movie because I'm so big patriot. I came back from Denmark to Ukraine to bring my knowledge, to do something for Ukraine. Because when I was in Denmark, I can't understand why Denmark was so patriotic. So they like the language. Yes, can you hear me? And
When I see this Russian woodpecker, I understand that it is, we should have HBO number two, because I think HBO number one didn't open whole story. It is should be HBO number two, and it is a lot of secret around this catastrophe. And I see some question about the Duga, if it connected with Chernobyl nuclear power plant. Of course it was connected, because this Duga, she need, for this Duga, it needed 1 gigawatt of electricity to operate this Duga. And 1 gigawatt is going directly from Chernobyl nuclear power plant. So it is big story, not open it yet. And this secret call to Moscow, I think it is exists some, not recorded, but exists some information about this call. And I do hope that all world and Ukraine as well will open this secret and will find out this secret one day. I do believe in it. Well, I guess at the beginning of the film, I tried to stress that this was not a documentary about Chernobyl, but rather it was a documentary about Fedor. I guess I should have also added, it's not really a documentary about the Duga, and I don't think we necessarily have people who can address that those questions. Getting back to Chad, I just felt that you so eloquently wove in the full story of how fear of these different generations of Fedor's family and how it impacts on them. You know, even the one suffered by the grandparents then is overlaid by the ones suffered by his parents and so on and so on. My question to you is, were you aware of this before you started the film? Was this part of your write up or a direction that you thought you were going to take in this film? No, not at all. I was relatively naive about Ukraine's past before I met Fyodor. I had not spent a lot of time there. I studied Russian in college long time ago and had spent some time in Moscow, but this was something I learned as we were shooting. And Fyodor's emotional state became clearer and clearer to me the more I spoke with his mother and his grandmother. At first he said, "Why do you want to talk to my grandmother? She doesn't know anything about the Duga or a call from Moscow." And I think it's important that my goal was not to present Fyodor's conspiracy. My goal was to present the kind of environment that creates conspiracies. And, you know, as has been pointed out, the documents surrounding Chernobyl are still locked up. We tried to get access to them and they said, we can't give them to you because they're irradiated, they're contaminated still. Or we had other, so many different excuses. So until the government, it's too late now, but if a government's not open with its people, creates a breeding ground for conspiracies. I was taking a note, we went to 112 different festivals, and in almost every one, someone would raise their hand and say, "This theory is nonsense. What is this conspiracy theory? Everyone knows that the CIA blew up Chernobyl." Or, "Everyone knows it was aliens. Come on, this is nonsense." So, you know, and Fyodor would always respond and say, "Every theory is a conspiracy when the government is not being honest and doesn't give you the information you need." So I focused on Fyodor's emotional journey, and I never would have understood it if I hadn't spoken to his parents, to his grandmother, and understood the generational wounds, psychic wounds and fear that was very, very much alive in Fyodor's mind, but was invisible. I didn't see it in 2012, 2011. I thought they were paranoid. I thought the Soviet Union was long dead. And then overnight, I was disillusioned of this. Or you were dissuaded from that. Well, having been very interested in Chernobyl since, of course, it happened, but then also when I first traveled in 1990, we were told over and over again by the scientists that
each of the researchers who was working on it, their work was never put together. It was all separated, so nobody could tell the, you know, what the full story was or research. And also, any deaths were not allowed to be attributed to radiation. So the disinformation and subversion of, you know, of the truth began immediately. So I think it's something to keep in mind as we look at current events. So John, I think we've had a question about this, and do you see any similarities between what took place with Chernobyl and the current crisis with the coronavirus with regard to transparency, use of propaganda, or using this as a propaganda tool, and the way governments, specifically totalitarian governments, deal with their people? Certainly. The Kremlin continues to have a problem with transparency. And so their public discussion of the problem of COVID-19 in Russia is completely inadequate. And it's also true that in recent years, Moscow has built up a particularly powerful disinformation apparatus. And they are using it now to somehow blame the United States for this problem. In Kyiv, it's quite different. I don't have a sense that the government is trying to hush things up. I think they're trying to be transparent. I think there is a certain lack of capacity and also lack of information. But I don't think it is a problem of basic honesty and effort to hide things from the public. Well, I think we really have to be clear and separate the actions of the Ukrainian government since independence and then that of the time of the Soviet Union. Sure. One of the things that, as I was kind of getting ready for this, and I do recall for the 25th anniversary of Chernobyl, I happened to look up Gorbachev's statement and there was a worldwide campaign to convince the world that the whole issue of Chernobyl was about nuclear safety. And it was not about the cover up, the disinformation. And then looking at his other statements that he made at the time, as noted in the film, it took him 18 days to acknowledge anything happened. But statements that he made during the crisis and subsequently was again trying to build, attack the United States, that the US was spreading disinformation and lies about the number of casualties. He has never actually accepted any responsibility for the cover-up or the disinformation campaign. Do we see any similarities with the current leader of the Kremlin? Well, I mean, in the case of Gorbachev and Chernobyl, I was actually working at the U.S. Embassy in Moscow at the time. And my recollection was, yes, as you said, they went for weeks without acknowledging the problem. And this was a great contradiction to Gorbachev's policy of glossiness or openness. But eventually he kind of acknowledged it, not full throttle, but to a certain extent. But of course, the truly great horror of the Soviet reaction, the Soviet leadership reaction to Chernobyl, was of course letting children participate in the May Day parade in Kyiv, even as party officials were moving their relatives out of Ukraine. And of course, not informing the neighbors who were particularly hard hit, Belarus and up into the Baltic states and into Scandinavia, because the winds were blowing in that direction. Now, in the case of COVID-19, the main Russian government, excuse me, the central government, Putin, has not been out front with this. They poo-pooed it for days and days and days. But they become more open, I think in part due to the efforts of the mayor of Moscow, Sobyanin, who's kind of forced Putin to put this on the agenda. So Putin now talks about this as a real crisis. But still, you see the Kremlin disinformation efforts to somehow blame the United States and working in tandem with their partners in Beijing. And of course, Beijing deserves first responsibility for this crisis. And even more interesting and peculiar is Putin, who likes to make himself the man of action, addressing and solving all Russian problems, has basically said that the problems of COVID-19 should be addressed by the provincial governors. That's very odd.
in Putin's Russia. But I think that's because he doesn't know what to do. And he wants to avoid failure. I think, John, you're mentioning the fact that they allowed children to parade on May 1st, right? Radiation falling on their heads. The radio reports in Ukraine were about the flowers. They even had a bicycle race that day, if I recall. But more to me, more sinister information came when Shabitsky's granddaughter talked about the fact that he called Gorbachev and asked him to cancel the parade. Correct. Anyway, and Gorbachev refused and said, you'll have to put your party card on the table. I mean, that was a deliberate decision, totally disregard for all human life. And as we need to point out too, that the children of Ukraine were of various ethnic groups. And so I think it's something still to remember. Katerina, Chernobyl happened 34 years ago, but we know that the medical, social, and environmental problems continue to this day. In regard to the exclusion, though, what has been the major problems of managing it, and what should be the priorities for the future for both the government Ukraine and its Western allies? And I say this in the context that when Chernobyl happened, we were not allowed to send assistance. And subsequent international pledging conferences never met their goals in terms of helping Ukraine deal with the Chernobyl catastrophe. Katerina? Yes, it is a very interesting question, and I think it is some issue for Ukraine because our population in Ukraine is still aware of serious understanding of consequences. So many people already even don't remember, even don't know when it's happened and what has happened. And this is issue also politically, because we do have this connection and good relationship with IAEA, and we have safeguards every year in our nuclear power plants and also in Chernobyl as well. All our materials is staying under control of IAEA. So I think it is step to be open it for international high level people who is recognizing and who is the very who saves the world against such catastrophe. But from other side, Ukraine still do not have understanding what it can give in future in the historical part this Chernobyl catastrophe. We every year it more or less and less information it's going in memory of Chernobyl and exclusion zone disaster. In every year it's less people talk about it. And it is very sad that it inside in Ukraine. We see that all world is very interesting and all world involved, and international donors, it's putting a lot of money and help for our exclusion zone management. But inside in Ukraine, I think it's not enough attention of population to this issue. So I do believe that exclusion zone is interesting, not just like attractive point for traveling for visitors. I do believe that exclusion zone, it is part of history, Soviet Union history, and history which it's not yet finished. we still have this meaning that also
Ukraine because of Chernobyl. We have third part in the world for amount of radioactive waste. Can you imagine? So Ukraine have third level in the world of amount of radioactive waste. And it is big legacy. And I think for today, Ukraine doing well with radioactive waste management and all facilities is built in time. But it is legacy from Soviet Union. It's not just our legacy, Ukrainian legacy. And population and the high level management of our country should stay in our way to open this issue for all world, that this is legacy from Soviet Union. And it is disaster. It is terrible what has happened. And not just radioactive waste, of course, also consequences for health, consequences for nature, consequences for mentality, because we still have this understanding in some people in who were child in this time and who also were working in the pre-med, they still have this, I don't know how to explain, they still have this mentality way of thinking after this disaster. So it is very important for international society to put this attention every year, every day. And this kind of movie, this kind of conference, it is big, big part of work and big, big plus for future in this sphere of territory, of results of Chernobyl and this big disaster. Thank you. Chad, coming back to you, we have a question from the audience. Have there been any negative repercussions for making this film? And I guess this goes to the fact that at one point, Fyodor becomes afraid and wants to pull out, and he, I guess, leaves the country, and then he comes back and is motivated to tell the truth despite the fears. No, and I think that's because luckily, before we premiered, the government had changed. And so anyone who was threatening Fyodor fled to Russia. And I think they had bigger problems than the theory of this artist. So no, nothing negative. In fact, we screened in Russia, and we had one of our most positive audience responses in Moscow and Petersburg. I was very surprised. What year was that? that was in the end of 2015, early 2016, right in the middle of every, you know, it was right in the middle of the worst time of the Donbass and Crimea and the MH17. But the audience said, you know, there was some plants, and we had lots of, you know, half of our screenings in Tel Aviv, in Seattle, in San Francisco, Toronto, there were plants that came from the local Russian consulates, and they would stand up and say, "Why are you making this? This movie was funded by the CIA to make Russia look bad." And in Moscow, someone stood up and said, "Well, I first of all said, look, this movie wasn't funded by anyone except my credit cards." But someone stood up and said, "Look, this movie isn't anti-Russian. This movie is anti-Soviet. I mean, we in Russia suffered from the lies of the Soviet Union as much as Ukraine." And I really think that's important to emphasize. Everybody in Ukraine, everyone involved in the film, has family and supporters and loved ones and friends in Russia. This is not meant to be, you know, it's sometimes, of course, it gets blurred in Fyodor's mind, but really the enemy is totalitarianism and Soviet way of thinking, which is not, doesn't respect borders. Well, John, I think to this point, trying to differentiate between, you know, this was during the Soviet period, but
really, there are remnants, as Fedor points out, that the Soviet Union never really died. And so I think maybe the reason some of the audience think it's anti-Russian because they're having a hard time separating their history. John, any comment on that? Well, there's no question that Putin has made a concerted effort to create a Soviet-Russian history narrative, which includes what he considers some of the great achievements of the Soviet Union, which more objective analysts might not see as such great achievements. And it's also true that for some Russians, there's a nostalgia for the Soviet period when Moscow was one of the two great superpowers, which it is not today. And there are also some elements of Russian culture or Russian political culture, I should say, that became more pronounced and even less attractive in Soviet days. But I would agree with Chad that Russians, like Ukrainians, were among the principal victims of the Soviet system. And there are a fair number of Russians, perhaps not enough, who understand that. And of course, in the 90s, with all of its imperfections, Yeltsin's Russia was heading in a better direction than Mr. Putin's has been taking the country for the last two decades. But you're right that there are remnants in Russia, and for that matter in Ukraine, of Soviet period. John, you mentioned that you were there at the time of the catastrophe taking place at the embassy. One of the things that I find particularly, troubling, and I kind of relate it to things that are going on currently, where you have the apologists for the Kremlin to support whatever current propaganda. And what I say to that, we were very anxious to get assistance to Ukraine. And so we turned to Armin Hammer because he was a personal friend of Gorbachev, his father had been, right, with Stalin, the others, to see if we could get humanitarian aid. Well, his response was to send Dr. Robert Gale from California to Moscow, right? And he went and came back and reported that they're handling everything is hunky-dory. Well, I made the point that, that would be like going to Cleveland after 9/11 to see how things were going on in New York. Were you there at the time that Dr. Gale was there, and did you see that propaganda at work? Well, I mean, I was there, and I would in no way impugn Dr. Gale. I think he drew conclusions from what he saw, but I'm not sure he saw everything he needed to see. And of course, there's a long history of Westerners, even very prominent Westerners, even very smart Westerners, going to the Soviet Union and seeing what their Soviet contacts want them to see, as opposed to what's really going on. Okay, I've just gotten a question that has been starred and underlined, that Tatiana Tornovol is in the film, and today she is being investigated for Maidan activities. Does anybody want to comment? Well, this is in fact is happening, and I think it's peculiar, and no one is above the law, but it's not clear why she's being singled out. Katerina, you mentioned that we have fairly good Ukraine has fairly good relations with, I guess, the IEA. What countries, Western allies, are the most active in the whole Chernobyl question? We have good relation and very big activities with US and UK, and we have also good relation and good activities, of course, with Japan, with Fukushima. We all know that last year we commissioned a new safe confinement, the ARCH, and it is 39 countries of donors were paying for this object. And I cannot mention with who we more or not more. We also have some activities with Belarus
And we try to connect with all possibilities, possible countries who have good opportunity to exchange with our country some knowledge about radioactive waste management, about management of consequences of this kind of catastrophe. So, but mostly, of course, it is US, UK, it is biggest donors for exclusion zone. A question for you, John, from the audience. Actually, it's a two-part. In letters to relatives in Ukraine, I express open political views. Could they feel in danger because of what I write? And a subsequent, I guess, what can be done to convince US and Europe to take stronger measures against Moscow? I'm not sure I understand the first question, because I don't know what he's writing to his relatives, or she is writing to her relatives. And by and large, Ukraine is a democracy, which has a wonderful tolerance for different points of view. Regarding his or her second question, I think that the Kremlin has been unpleasantly surprised by the strength and staying power of sanctions that it has faced as a result of its aggression in Ukraine, especially in Donbas. That said, as you know, I've been advocating for even more sanctions. I think it's not so easy to get additional sanctions these days, with the one exception, of course, of Nord Stream 2, where Congress put down punishing sanctions last December. And Moscow is now trying to deal with those sanctions to see if it can itself produce a boat that's able to stay in place in the ocean without anchors and to effectively lay pipes to do the pipeline needed to complete Nord Stream 2. And I suspect if Russia actually develops such a ship, and that's a question, if it's able to do so, Congress will find some way to put additional sanctions to stop completely Nord Stream 2. Chad, a question for you from the audience. Fedor says at one point that this is not the Russia like we knew. It is the Soviet Union reappearing. Person is wondering, what did he mean Russia as we knew it? I'm not 100% certain, but my guess is that he was referring to the Russia of the 1990s. I lived there in 92, 93, and I saw a people that had a lot of hope, a lot of respect for Western authorities and Western ways of living, European and US. And I think a lot of people had dreams that Russia would join the community of nations and play by established rules. And we wished that things would have turned out better. But for a lot of complicated reasons, it never happened. I think that's what he's referring to. There was a sort of a period, a honeymoon period, where there was a hope that Russia could, step out from centuries of its dictatorial and highly problematic past. And Katerina, a question for you again. How would you assess the openness and communication of the personnel within the exclusion zone with the public? And is there any kind of communications between agencies? If I right understand, it's mean maybe something how we have, right now we have, I think, big opening, because until 2011, it was not allowed actually visit exclusion zone. And in the last 4 years, we opened a lot of possibility to visit for international tourism, for other countries' representatives in sphere of nuclear power generation. So we also
have web page update every day. We have Facebook site also. We make update and announcement every day. So I think it is enough open it now. And I hope it will not be closed in the near future because it is attractive territory. And it is now not only Black Point, you know, it is also Green Point. We have big, big natural reserve, which where nature restarted itself in 35 years. We have very, very big population of animals from Red Book. So it is very attractive territory, and we try to do all possible to be open it as much as we can. But we also should remember about a special status of territory, and we still have some kind of, some part in this territory is contaminated with transuranium elements. So it is some also procedure with this. We at the foundation have been representing Ukraine several years at travel shows, including the New York Times travel show in New York. And the Chernobyl Tourism Agency, I mean, they are one of the more popular, I guess, tourist attractions, and they're just running tours, I mean, multiple times a day. Have you been involved with them in terms of making sure that the information that they're, you know, giving out to these various tourists is accurate? You know, most 90% of tourists they're interested not too much. Katerina, you were breaking it is up. Just want to be in this territory and to see what now? Hello? Yeah, it's still intermittent. Okay, we'll move to Chad. Can you hear me now? Yes. So I guess I was talking about making sure that tourists coming in get an accurate information about Chernobyl. And how active is the Chernobyl Museum? Is that one of the popular tourist sites? Do you know? It is very active now because in time when we have this fire and coronavirus, it is not allowed to visit exclusion zone. And I heard that it is a lot of visitors right now, especially in this museum, and all diplomacy and embassies, it is very popular for also visiting from international societies, also this museum. And it is very, very attractive because I think this museum bring true history, and it is a big emotion. When you came to this museum in Kyiv, you try to feel this disaster feeling from this past 34 years ago. So Chad, even though I have a couple of times announced that this was not a documentary about Chernobyl or the Duga, that hasn't stopped people sending in questions or comments. One is, as an engineer, I suggest the radar did not work and engineers decided needed more power. Politicians pressed to get more power. They pushed the plan to test maximum capacity, and that's why things happened. And then, I don't know if it's the same person, can the Chernobyl fire be a Putin terrorist act? So conspiracy theories abound. Chad? Your microphone is off. Sorry. I stopped counting after I hit 100 potential conspiracy explanations. Any of them are possible. Some are more likely than others. Until we have all of the documents, and we may never, we
We won't know. I think that we can say for sure that the culture in the Soviet Union of hiding mistakes, of lack of transparency, lack of communication, not only about nuclear power, but also nuclear power, that was the primary contributor. What was the exact details that happened in the hours or days before and after? We may never know. But more importantly is that these conspiracy theories are a cancer. They destroy society. When you stop believing in officials, in scientists, in government, and Fyodor is a cautionary tale. If I had found the true cause of Chernobyl, I would have presented a documentary with a professor of nuclear engineering. I would not have chosen a charismatic and lovable but unique artist who tries to battle Chernobyl with naked with a torch. It's a journey. It's a subconscious journey. It's not meant to be. It's not meant to be a scientific or a logical response. But human beings respond as we're responding now, and as we respond to all of these tragedies, we respond in surrealistic, emotional, and non-logical ways. And I hope that my film presents that as a balance. But I don't know who blew up Chernobyl, and if I did, I would let you all know. And I would urge you to take it with a grain of salt. Nod, may I jump in here for a second? Sure. I would recommend to everyone in the audience to read a terrific book about the Chernobyl disaster by the wonderful Harvard historian Serhiy Plokhiy. He provides real information about what happened. And in fact, it's worth remembering that in the early 90s, access to Russian government archives, including KGB archives, was possible. So there was a window when real information was available, and gifted historians like Plokhiy had an opportunity to look at least some of the data. So we don't know what happened. Certainly the film, which is excellent, provides a window into one particular view of what happened, which could be called a conspiracy theory, but there is real information out there, just not enough. Yes, we had invited Professor Plokhiy. Unfortunately, he had a previous commitment, so we would have loved to have him part of this discussion. I think the point, I've heard some criticism. In fact, when we first announced the showing of this film, I got an email that, we were doing a disservice to Ukraine, science and the like. And I think just people are really trying to make this a documentary about Chernobyl. And how can you miss the fact that you've got this Fyodor, who is an interesting, to say the least, character, right, is the main protagonist and is an artist, and this is his theory. And as his friend says, some people think he's crazy, some people, he's a genius. So I also, Chad, want to compliment you. I think the music and the whole photography really was beautiful and added to, at least to my pleasure of viewing the film. Katerina, one of the things about the exclusionary zone, there have been some films. One that was particularly interesting to me was The Babushki of Chernobyl. Are you aware of that film? Unfortunately, no. I heard about this film, but I didn't watch it yet. I know about story about this movie, but it is not documentary, how I understand. And but in all movies about Chernobyl, at least some part is true. And I in near future, I'm sure I will watch this movie to find out for myself the story of this other person. But unfortunately, I didn't look yet. Well, I recommend it to people. I thought it was going to be a downer, but it was on the contrary. It was very uplifting,
there's a lot of humor, but it's about these women who came back to live in the Chernobyl and how they survived there on their own, and how proud they are that they seem to be living longer than some of their peers who left the Chernobyl zone. But it's very inspirational in terms of just the resiliency of Ukrainians. Question, how can Ukraine counter Russian propaganda, Crimea, Donbass, when there aren't many non-oligarch media outlets? But do I need to repeat that? No, do you want me to answer it? Please. I think that Ukraine has presented real information in a credible way internally, and Ukrainian media have presented real information in a credible way internally. And Ukraine internationally has also done the same. Of course, it can be done better. But I think it's true that one of the reasons why Moscow's aggression in Donbass failed is because many of the country's wealthiest people opposed that aggression. And I think that's reflected in some media owned by some of those people. But obviously, having a press which is not controlled by the country's wealthiest people would be a step forward for Ukraine. Yes. Chad, do you want to tell us a little bit about your project within Ukraine to promote the film, documentary film industry? Yeah, sure. So I bought a little patch of land about an hour north of Kyiv, and we're building it into an arts retreat, and we'll be showing films, both Ukrainian and international. And the idea is that we'll invite every year around a dozen Ukrainian aspiring filmmakers to spend a long weekend with a dozen international established filmmakers, and we'll enjoy the Ukrainian countryside and take walks and do some kayaking and bonfires. And informally, my hope is to create friendships and networks and mentorships going both ways. But it's a way to take advantage of my love of Ukraine, my connections throughout the world, especially in documentary. And hopefully something good will come out of it. It's called Zubiria, because we are right at the edge of the Zalesia Preserve, which has some of the last zubers, or wild bisons, that are left in the world. And all of any money that we ever make goes to protecting these endangered wild bisons, zubers. And so everyone's welcome to come. When we open, we were going to open in August this year, but the plans have been put on hold. But eventually, once we all get through this pandemic, we'll be showing films and celebrating Ukrainian and international filmmaking. Well, Chad, I think really I want to thank you for those efforts, because I think the burgeoning sort of film, if you want to say, presence of Ukrainian films really is going to help in terms of really Ukraine, first of all, recapturing its history and culture, but also getting people to more broadly know about Ukraine. I think, you know, the success of your film, the HBO series on Chernobyl or Winter on Fire. So the more of these kinds of films, you know, this is, I guess, the current wave of people absorbing information. So I think that's commendable, and we wish you every success. When I met both of you, Chad and Katerina, in last September, you talked about these endangered species. Has anything happened in a positive direction in terms of protecting them? Not yet, no. It's like everything in Ukraine, it's extremely complicated, and we're trying to raise awareness, and we're trying to find out what the best way to move forward is. There used to be around 4,000 or 5,000 of these bison, and now there are, of course, the records are not accurate. There are supposedly 200, but most people that work there say that there are only around a dozen left.
a lot of people have paid $5,000 to go and shoot them from these little sheds at close range. Ukrainians, Russians, Germans. That has stopped in the last year or two, but the populations are still pretty low, and there are good people working to try to make sure that they stay alive and that they're able to have a large enough population so that there's not genetic problems. Just a quick question. Several times people have asked, is this available on a DVD online? How can people access this film? It's available almost everywhere. Unfortunately, I think Ukraine is one of the few countries that, because of piracy issues, is blocked by most of the streaming services. And I think that's a problem of, that's a legacy problem, but it's also a problem that pricing is not, the people in the West have not understood that pricing needs to change. It needs to be easier and a lot cheaper for people in post-Soviet countries to be able to watch films. But it is available on DVD. I don't know if it's available in Ukraine, but Amazon ships now to Ukraine, and it's on DVD. It's also been on Ukrainian television a few times. And if anyone wants to, we have a Facebook group. You can just search Russian Woodpecker. I'm happy to help anyone get access. I'm now in the U.S. Waiting till Ukraine opens its borders. Happy to bring a box of DVDs back if anyone wants them. Okay, thank you. So we've got just a couple of minutes left. So I'm just going to ask each panelist if they want to make just a couple of concluding remarks. John, do you want to say anything? I would just reiterate that this film provides a wonderful window into recent, Ukrainian history over the past 120, 30 years. And that, I think, is a great strength as well. It is a dramatic story worth watching, fun to watch. Thank you. Katerina? Yes, I just want to say thank you so much for this opportunity, and I want to manage that all activities is from your side, and such kind of conference, it's very important for Ukraine, very important. Thank you. Chad, any final comments? Yes, I want to thank you, Nadia, again for everything that you've done for so long to help Ukraine, and thank you for putting this together. Thank you, Ambassador, for your kind comments and for the time that you took, and Katerina, for everything you're doing in Chernobyl. I guess the last thing I would say, it's not going to be a surprise to you, but Ukraine is full of so many talented people in the film industry. This entire film, I still don't know how to operate a camera. This entire film was made by Ukrainian students. And my new film as well, Sex in the Soviet Union, it's an entire cast, and all of our crew is Ukrainian. And that's because of a long history dating back to the very beginning of film, a lot of Soviet movies were created in Kiev and in Ukraine. So that's it's a great place to make films. It's a great place to work and to live and to be creative, especially after the Maidan Revolution of Dignity. So I highly recommend it, and I'm very honored and just feel so lucky that I found this group of people in this country. So when can we expect Sex in the Soviet Union to be out? It will be coming out this fall. And it's an exploration of how totalitarian affects people's inner and most private lives. Some might be disappointed. It doesn't have that much sex in it, but just enough. Well, if we look at this film, I'm sure it's going to be wonderful to watch. Panelists, thank you so very, very much, I think, for this interactive and varied discussion. And I trust that our audience, and I'm sure that they enjoyed it. And we'll see if there are any other questions that we missed. Perhaps we'll send them along to our panelists. Next month, we will have another webinar. We don't have the date yet, but it will be dealing with Crimea. So look forward to welcoming you all next month. So thank you again. Thank you. Bye-bye. Bye.